Приветствую вас, дорогие подписчики нашего канала. Сегодня мы продолжим играть в игру Dishonored. В прошлый раз мы выполнили все, что нам нужно было в золотой кошке. И теперь, собственно говоря, сегодня мы можем идти абсолютно с чистой совестью, с выполненным долгом. И, блин, черт, ужасно начал. Ну ладно, не суть. Возвращаемся мы, в Винный квартал. Надеюсь, золотую кошку мы уже никогда не вернемся, потому что мы спасли Эмили, мы убили там какого-то очень нехорошего дяденьку и теперь готовы покорять новые миссии. Снова в Винном квартале, блин, здесь эта машина сейчас будет, которая стреляет. Не попасться бы на нее. Ну ладно. Давай. Винный квартал. Перенос позволяет быстро идти их перемещаться от одного там. А, блин, опять эта машина. Я же говорю вот про нее. Ой-ой-ой. 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 Да японам вас-то здесь откуда столько? А, блин, вы еще и с оружием, да? Окей. Так, опа, хорош, минус. И еще минус. Иди нахрен со своим оружием. Ну все, я сдох, короче. Блин, сраное говно. Не попал. И пошел нахрен отсюда. Все. Отдыхай, товарищ. Так. Мы подобрали пулю. Я не знаю, есть ли тут что-нибудь. Так, о, похавать можно. Неплохо, неплохо, даже здоровье немножечко восстановили. Но у меня есть еще варианты, где возможно есть. Так, где возможно есть. Лечилка это вот... Так, где эта комната? Воу. Была же здесь. Да вы что, прикалываете? Мне опять в золотую кошку, что ли? Я ж там только что был. Что мне опять надо в золотой кошке? Я туда не хочу. Че, реально, что ли, в золотую кошку? Так, стоп, дайте посмотреть миссии. Так. Пендлтон устранен. Так он устранен. Да, он устранен. Хорошо. Во. Или я что, еще и не всех устранил там, что ли? Да ладно. Да, я не всех устранил. Тогда знаете, что я сейчас сделаю? Давайте просто перезагрузимся на старое сохранение. Так, 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 так. Вот, да, на него. Оттуда прямо и начнем, чтобы опять не пробегать через эту машину, чтобы быть с полной жизнью, чтобы все у нас было в порядочке. Давай. Крысы не кусают плакальщиков. Те и так умирают от болезни. Блин, опять не то сохранение. Сорян. Все, теперь то, что надо. Ну что, нам опять золотую кошку. Опять убивать этого Пендлтона, или как его там называют. Он меня закумарил уже. Опять в это здание огромное. О, вот эти на самом деле проститутки, так сказать. Их надо, блин, убивать, а то они потом тревогу поднимают. Поэтому это вам на будущее так говорю. Что типа лучше их убирать со своего пути. Так, смотрим по заданию. Ага, где там находится Пендлтон? Я устранил только одного, а их тут оказывается еще и двое. Прикольно.
Так, у меня умение можно какое-то вкачать или что? Давайте вот это. Вау! Темное зрение. Я теперь могу видеть в темноте. Не знаю, дает мне это что-нибудь или нет, но... Так, стоп, стоп, стоп. Надо было вообще немного так по-тихому зайти сюда. Особо, так сказать, не палиться здесь. Потому что весь этот замок кишит просто стражей. И всем подряд. Паскуда, я же говорю, она все-таки на помощь позвала. Давайте вот здесь немного отсидимся. Вроде никто не пришел. Так, что-то тут здесь. Ой-ой-ой. Драгоценности. Так, ну все, ребят, пошлите на второй этаж. Потому что один из Пендлтонов был убит мною у себя там в бане. Так, не то. Не то. Не то. Так. А. Где левая руна, я знаю. Так, давайте-ка двери немножечко так прикроем. Офигеть, это и есть руна. Нотбэд. Так, это уже куртизанка готова. Хорошо. Здесь и да, я бывал. Так. Что дальше делать? Я не знаю, где второй Пендлтон. В втором этаже? Ну, каком уже? На третьем этаже. Похоже, что этот говнюк там засел. Опа-на. А вот и пришли мы туда, куда надо. Писец, здравствуйте. Так, дай мне патронов. Иди нахрен со своими, блин, пулями. Ты говно. Ой-ой-ой, вас тут-то сколько? Вот так вот. Ярость. Как я обожаю ярость. Так. Значит, ты. Отдыхай, блин. Больно вас тут много развелось, куртизанок. Полон дом прямо. Давайте пожар... Блин, жрать-то нечего, ё-моё. Я в прошлый раз здесь все сожрал, когда был здесь. Так. Еще патроны. Да, я потому что две пули сразу потратил. Ну, здравствуй, товарищ. Честно, я пока не вижу Пендлтона. Вот так, давайте скрытно посидим. Ага. Ну где же ты? Ага, буду сейчас играть на арфе. Спасибо. Тихонько. Так. Хорошо, у нас есть вариант зайти в эту дверь. Сначала мы немного пожрем, правда. Все, поели и неплохо.
Медная проволока. Тоже, наверное, пригодится. Так. Ага. Он на третьем этаже. Да, задание обновлено. Как раз, да, я слишком рано покинул, так сказать, золотую кошку. Он вот здесь вот. Ну, давайте посмотрим сначала в скважину. Так, он один тут бродит, ходит. Ходит, бродит. Сдохни, тварь. Прикольно. И закроем, давайте. Все, минус 2 Пендлтона. Самое оно, куртизанки тут, блин, дохренище. Как всегда. Так, целебные всякие хрени. То, что нам надо, собственно говоря. А ведь он боялся. Вы это видели. Так. Что у тебя тут еще? Выход для важных особ. Мне кажется, меня тут... Хорошо, так, ждут уже. Я, пожалуй, сохранюсь. Давайте сохранимся. Как надо. Так. Я бы хотел пройти в еще одну комнату. Вот, вот эту вот. Ничего там вроде и нету. Что это за комната вообще такая? Опа! Портсигары. Хорошо. Очень даже. Так, ну мы тут чисто погулять, что ли, да? Что тут? О, монеты. Денежки, да. Это все нам нужно будет. Это сюда я, в принципе, не зря зашел. Ну что ж, пойдемте к выходу для важных особ. Ой, чувствую, меня там ждут. Я же лорда убил. Так, вроде пока ничего. Давайте закроем. Так, теперь сюда. И вниз пошлите. Быстренько, быстренько. Мышки, отстаньте, пожалуйста. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. В самый низ идем. Да вон же там выход. Давайте прикрою, чтобы не вызывало подозрений никаких. Ого, тут нижний выход есть. Нормально так. О-о-о! А я здесь Эмили спасал, да. Смотрите, едва не пропустил целебных... Штучек. Вот вам эликсир на неделю. Пусть ваши девушки пьют, но босс сказал, что это последний раз. Пора платить деньгами. Спасибо за доставку эликсира. Ну что ж, собственно говоря, очень неплохо мы сейчас тут разобрались. Со всеми уже, надеюсь. Пендлтонами. И, собственно говоря, сейчас, я думаю... О, просто надо будет на мажорной ноте завершить путь наш в винном квартале. Господи, пускай меня сейчас высадят не там, где машина это. Ну что, высадили не там, где машина, но высадили там, где эти плакальщики, или как их там называют. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. У нас целых 3, по-моему, целебных штуки. Так, давайте здесь все соберем. О, нет, извините, я в принципе люблю читать, но, блин, столько там читать, потратить на это время сейчас в игре, думаю, не самый лучший вариант. Пойдемте дальше. Я говорил, какой-то спецвыход у нас тут есть, можно было выйти через улицу, но так мы через улицу вышли и обманули абсолютно всех.
Мы сейчас ведь даже можем стражу обойти, да? Ведь так? Опа, 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 тихо. Нам бы здесь вообще не самый вариант. Самуэль и Эмили, вот куда мы идем, нифига себе. Сказал я себе. Так. Ох ты, как мы хорошо обошли-то их. А где выход? Обошли-то мы замечательно вообще. Прям не придраться. А выход-то где? Чего, они где-то там снизу, что ли? Где вот там снизу-то? Я к вам в самый низ идти не могу. Мне чисто не позволяется. Так. Еще одна книжка. Давайте попробуем с этой стороны зайти, что ли. Только я сохранюсь, пожалуй. На этой игре надо сохраняться почти каждый раз, ребят, иначе вам очень тяжко будет. Так, спустились. Ну, давайте пойдем здесь направо. Так, опа, взобрались. А что мне это дало? А мне это ничего не дало. Как мне отправиться-то к этим господам? Опять где-то рядом есть руна. Я понимаю, что их надо, блин, собирать, но мне так неохота к ним ползти. Поэтому я тут обойду. Отлично, я нашел выход. Прям все замечательно у меня складывается. Эта серия просто сверхудачная. Давайте. Оба-на. Эти плакуны или как там? Блин. Мне по-любому придется проходить через этих гаденышей. Ну ладно, давайте я их встречу. Я не знаю, что они делают. Все, сдохни. И ты сдохни. Фу, блин, заблевали меня тут. Плакальщик, во. Да все, Самуэль и Эмили уже там. Я выполнил все свои долги, я убил всех, кого мне надо. Привет, ребята! Эмили сама тут добралась, я смотрю, вообще красавчик. Да, действительно быстро я управился. Не совсем, конечно, быстро. Ну ладно, задание выполнено. Опа-на! Хорошо, мы ничего не собрали, по сути. Монет вообще мало. Картин Соколова. Что? Святилище Чужого. Что за картина Соколова? Да, нелегко было сейчас, но попёся яма. Давай. Не дай мне расслабиться. Вы можете убивать всех, кто преградит вам путь, или же действовать скрытно. Ну ладно. Или же действовать скрытно. Да нет. Какой нафиг стелс? Зачем? Давайте лучше посмотрим, что они там говорят. Пендлтоны. Они заслужили, да. Лол, спалился так жестко.
Да, дедок, что-то ты спалился вообще нереально. Эмили. Вся такая довольная. Калиста. Ого. Давай. Я тебя спас. Не спасибо. Не привет. Он мне что-то дал? Блин, еще один Пендлтон. Откуда столько Пендлтонов? Давайте дойдем до Пендлтона, и на этом я серию завершу. Так. Ага. Хорошо, да, я знаю, что я вырвал там из лапы все туда все. Да, давайте действительно дойдем до какого-то еще одного лорда. Я уже запутался, блин, в этих лордах. Прям в башне меня хотят принять. Ну давай. Переговорим с ним, и на этом я серию завершу. Здорово, чувак. The Loyalist Conspiracy thanks you for your work. I don't know if I can. My own brothers. А, вот. Кто-то, фамилия одинаковая, они братья. We spent a lot of money and exposed ourselves to great risk in getting you out of prison. But we did that because we believe that you're the one that can make the difference. Да. Конечно, вы потратили много денег, чтобы высадить меня из тюрьмы. Только я из тюрьмы выбрался сам. Ну что же, предлагаю на этом закончить. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, вступайте в группу в описании под видео. И увидимся в новых сериях по Dishonored. Всем.